Добрым утром. Мастерской Марата, работа идет. Шумно немножко. Алексей, обращаю ваше внимание, что благодаря вам Марат работает сегодня в респираторе. Спасибо вам большое за то, что вы волновались за его здоровье. Мне не удавалось его уговорить, видите? А ваше сообщение подействовало хорошо. Марат сегодня защищен от пыли. Теперь я ретируюсь, потому что пыль летит на меня, надышалась, и телефон еще пыли весь. Так что убегаю из мастерской, пусть Марат работает. Хорошего дня всем!